Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить Dream Killer. И мы остановились с вами на следующей фобии. Называется мания фобия. Женщина, которая боится психов. Да, что ты не взорвался, мудак? У нас появились такие вот психи, да? Непонятные монстры-психи. С какими-то... Сказать, какие-то ловушки у них на голове, да, смотри. А что за дерьмо летает? Это ловушки или что это такое? Какие-то капканы на голове у них. В общем, это как в Пиле, знаете, вот Пиле? Пила, да. А, игра... в Пиле? Да, в Пиле. Есть такой футбол. Лист Пиле. Ну. Помнишь, в сериале мы смотрели? Когда. Как это называлось? Клон, что ли, нахрен, или что там? Ну. Не, не клон, или что там такое? Я не помню. Бразильский, что ли? Когда он на коленах полз, когда ребенок родился. Ну, да. Это клон, что ли? Конечно. И помнишь, там в район приезжал к ним? Ну, всегда по знаменитости. Да, да, да. И вот Пеле туда приезжал к ним. А-а-а. Бразильский этот. Че? Кто клон смотрел? Я Лёша заставила весь сериал смотреть. Блин. Но было интересно, конечно, хороший сериал вообще на все времена. Что там за шняга? Да когда вы кончите? Дайте вперёд, тогда ещё время. Иди ты взад. Здесь пусто, мы ладно. В психушке бегаем, короче. Зашибись. Что это такое? Ох ты, новый. Какая-то курочка нахер. Новые какие-то монстры. Чё, а встали? Ты чё, жива что ли, а? Ты это чё? Это она, думаешь? Да фиг его дай, да мне не знаю. Ой. Спасибо, Мэри. Я буду использовать всё, что есть. Спасибо, Мэри. А, Мэри зовут. Ну его нахер, не хочу эту лажу. Что там стреляется-то? Психушка, психушка, да? Я говорю, да, психушка. Уйди, эти кресла, короче. Выход. Всегда сохранить. Так, вот сейчас здесь зад начнем. Начался. Ну давай, давай, жду тебя. Разлетелись косточки. Только нахрен мне другого мира не надо. А, они, смотри, они капканами как-то вот этими... кушают тебя. Так, где кукарямба? Где она там? Слышишь, щелкают. Неудивительно, что она их боится. Я бы тоже таких, наверное, испугалась бы. А кого она боится, я так и не понимаю. Ну, психов боится, она боится... Мы же читали, боится она сойти с ума. А-а-а. И чтоб там ее тоже в психушку упрятать. Что-то не так. С кем? Даже мне не по себе. С этими койгами что-то не так, даже мне не по себе. Да. Что там за шняга стреляется? Кто это такие вообще? Головы какие-то летающие? Или кто это? Да кто-то какой-то хер пускает их. Ой. Газы. Вот эта шняга пускает. Блин, а чё я промахнулся-то? Фиг. Эй! Отпустите меня в Гималайи. А не то я уеду, не то я кого-нибудь сожру. Давай, кукарямба, подохни. Что там ой, такое? Ой, какие-то мыльные пузыри пускают. Да, ребят, вы что, тут в детские игры решили поиграть? Ой. Ох ты, нихера себе, где это я? Туда можно чё пройти. Вы не дохнете? Я же бомбу пустил вас. Какой-то хер пускает шары. О, здоровье накопили. Мне они кое-кого напоминают. Кого? Из одной игры персонажей. Но я не буду говорить, из какой игры. Из потому... Пилы, что ли? Это? Нет, не из Пилы. У нас нет этой игры на канале, но я не буду говорить, что это за игра. Ну не говори, сиди инкогнито, Вась. Да, вот так что так вот. Я буду молчать. Когда-нибудь... сыграем.
Игра фигня, наверное, какая-нибудь. Ну, так сказать, страдали, когда увидели ее. Да? А что, она не пошла, что ли? Нет, она пошла. Да подохните, я хочу дальше пройти. Иди нахер. Давай тебя. Вот. Если ты посмотришь на них, то ты, может, догадаешься, кого я имею в виду. Нет, не догадаюсь. Ну, допустим, если, да, если бы они были бы без рук, и только одна кожа на них была бы. Ой! Блин. Без рук и кожа. Да, только одна кожа на кожа. Них. Кожа! Кожа. Спит. Блин, у вас просто тьма какая-то. Три здоровья. Где три? Ну, нормально. Ну, смотрите, да, сколько здесь? Полчаса. Даже вот как-то вот... Ладно, просто тьма какая-то. Блин, и промахнулся. Вот эта фигня стреляет, тут шарики. Просто, мне кажется, шутер после работы прийти пострелять. Вот такая вот, скажем, так, игра. Так, походу, на... конец уже. Блин, нет, не конец. Жизни давай. Чё там тьма? Где свет включить? Шняк, ты что здесь делаешь? Это копытца ходят. Блин, с крыльями, да... крылья нацепил, ходит. Да уж. Ой, что-то взяли. Блин, фигово, что ружьба перегревается. Ну понятно, так было бы неинтересно. Ну давай, давай, Шнягин, ну что такое, а? Ну где вы, откуда вы? Прорва у вас какая-то. Куда ты еще забрался? Просто тьма. Живые мертвецы. Все, последний, наверное. Вот этот. А нет, вот этот. Ты уже говорил это 5 минут назад. Да? А нет, что-то идут еще. А ты что сзади появился? Все. А нет, не все. Ну, узнал хоть кого-нибудь? Вспомнил? Нет. Там даже атмосфера была похожая в этой игре. Иду, иду, иду. Ой! Не хочу я такое, нахрен. Чё это такое? Да то. Они дохнут, быстрее стать. Ничего себе. Где наш ружбас? Там, под лестницей. Да? К тебе ещё там кто-то ползёт. Они не... А, вот она, да? Вот так вот. Тебе вот, ну что-то пулемет полюбился, да, и вот. Да, блин. Прям. Да, много патронов вытирается, вытекает. Если много... бы они еще сделали, что надо патроны здесь собирать, то вообще это был бы ужас. Помимо того, что собирать здоровье, собирать патроны. Ребят, ну все, ну сколько можно-то их выпускать? Да ёб твою налево. Ну у неё какая-то стадия там. Как он сквозь них-то пролетает, вот этот патрон? Вообще офигеваю. Вот этой вот стадии, этой болезни у них. У неё, у этой женщины. О, кстати, смотри, появился босс. Нихера себе, ты шняга. Вон, у неё жизни появились. Так что можешь так, здесь. Да. Так, что там за дерьмо вылетает? Ой! А у вас жизни есть, уродцы? Блин, дерьмово. Так, жизнь, жизнь. Жизнь. Что? Что? Ты, что ты орёшь? Чё она орёт-то, ё-моё? Всё, мы с ним справились. Да? Ю-ху! И бутылка рома!
Чего? Кто-то посмеялся. Кто-то мне, кто-то... Ой, жизнь. Вот так, вот так, вот так. Ты кто, ну? А куда идти? Странно, куда идти? Сюда, что ли? Мы пошли сюда. Что за путаница-то? Наверх пойдем. Ищи. Все пути туда указывают. Ты ёб твою налево. Вот это что такое? Ох, вы. Ну понятно куда. О! Это они как сделали. Чё, света-то нету? Слушайте, ну мы только вас кучу убили, вас опять кучу выпустили. Задолбали. Жизни. Что это за кабан тут идёт? Какой-то там. Это же. Что это за дерьмо тут? Электрический стул. А, понятно, вот почему она боится психушки, да? То есть, ну... Все дела, пытки. Ну, я не знаю, это не пытка, это, по-моему... Электрическим стулом убивают, по-моему, людей, да? Уже там... Ой! Казнь, как говорится, по-моему, электрическим стулом. Это уже не пытка. Там уже убивают. Что нахрен? Что из-за херня льется? Кипяток какой-то. Да выключись ты, это херня уже. Ну что это такое? Она садится, нет? Странная какая-то фигня. На что похоже? На какую-то затопленную ванную, да? Что-то. Ну, кто там опять гребет? Да ё-моё. Психи из психушки. Ой! Чё, вообще что, с ума сошли? Ой, бегут один за одним, смотри. В башке сколько дерьма у неё. Ну всё, цель, появляйся. Царь тут! Вот сейчас отсюда убегут. Какие-то огненосные уже. Вот так вот в кучку, а? Что там за рыцарь в доспехах? С крылышками. Бэк-бэк-бэк-бэк. Ты быстро дохнешь, херня. Ну, у нас, кажется, появилась стрелочка. Здесь хорошо. И будет Чего? Дерево, что ли? Кишка какая-то. Ой, как это вспоминаем. Помнишь, игру играю? Такая геморройная русская. Баланс между сердцем и разумом очень хрупок. Да, это точно. Даже у человека с крепкой психикой. Твоя хрень. То, как Мэри представляет свое сердце, говорит о том, что случай очень тяжелый. Так, пальцы размень, да, так. Хрустнули. Профессион де фуа. Как здесь по этой херне, что ли, бегать? По артериям этим, нахрен. Или почему там? Походу здесь полная труба. Красноперы, красноперы! Два красноперых, они быстро умирают, кстати. Портал переместился. Они будут перемещаться, эти порталы долбанные. Они быстро умирают. Ни хера себе, мудаков сколько. Лопаются твари, лопаются, как прыж перед зеркалом. Вот это очень трудное место, блин. Можно упасть, и труба. Решили нас погонять?
А я вижу. Где Паусариус? А! Не упади. А здесь вот как? Туда прям. Ой! Вот эти шняги бегают, бегают. Летит коллектива. Все, они еще что? Сейчас орать будет плохо и будет. Кто-то орёт там. Нам нужно опять портал этот потный найти. Ты просто куда-то иди, он появится. Блин, нихера, он наверху. Что там чикает? Он нас чикает. Ой, а это обратно, что ли? Нет, обратно нам не надо. Иди к нам. К концу мира. А вон по артерии иди прямо. Иди артерии, ты решил. Так я в портал попаду. Нет, не попадешь вот здесь. Сбоку обойди. Блин. А, все. Я что сделал? О! Ничего себе. Хорошо, если будет хорошо, либо как. Кстати, я за 3 минуты прошла это. Что ты здесь делаешь? В общем-то, неплохо. А чё, мы в клетке, что ли, кабьет? Запёрли нас этими мутантами! Иди ты нахрен. Развалились, развалились! Вряд ли мозг Мэри способен на такое. Где вы, вшивые ублюдки? Вшивые? Где вы, вшивые? Это похоже на это. Да не хочу, где Ружбас? На. Да ё-моё, иди ты на. А, шняги! По-моему, римская, что ли? Не римская. Как сказать? Да везде такая фигня есть. Это театр такой древний. Кто вот знает историю, кто изучал, да. То там рассказывали на уроках истории. Блин, они прям к нам прут. Чё вы прячете? Прёт, что ли, вас? Я вот, кстати, не любила в школе уроки историю страны, там, да, историю государства и вот, историю мировую. Да нахер. Но мне нравилась очень сильно древняя история. Вообще обожала древнюю историю. Прям про Египет особенно. Про... Ну, наверное, все-таки про Египет, Рим, Греция. Вот самые такие интересные истории у них там, мне кажется. Синяви, синяви. Ну а в России что? Избушки на курьих ножках. Что там еще было в России? Ничего такого интересного не было в России, поэтому древнее это. Жахнет, а даже не Россия, Русь, да, это Русь была, получается. Но я не говорю, я не так сильна в истории, поэтому это уж со мной там какие-нибудь историки потом будут спорить. Чего ты здесь бегаешь, электрический скат? Да ее, блин, перегрелась пушка. Чё, стреляешь, они бегут на тебя и подыхают. А они подыхают. Ну давайте быстрее, подохните. Они походу из этого гроба вылезают, да? Вообще. Не. Да? Да, они как-то восстают. Так, мы сейчас гранату кинем. Да, они из гробиков встают из этого. Зашибись.
Вот так, вот так. Да что там за шняга кидается шнягой? На крыше там какой-то стоит. Пошел ты взад. Где хер стоит? Мы его сейчас достанем. Ух ты, вот ты где. Да я иду. Ты знаешь... А, мы туда не можем пробраться. Все, подохни, прыжок! Ой, полетели в разные стороны. Подождите, не добежишь, и ты не добежишь, и ты. Блин, я думал, это шарик красный, здоровье. Блин, нескончаемые уродцы. Может, они бесконечные? Не должно такого быть. Как то бесконечные? Тогда нам это нахер не надо. Как то бесконечные? Чё, фан, эту херню что рубить? Ну там какие-то лампы вот горят над этим гробом. Лампы? Это дробовик потный, нам дробовик не нужен. Это же оружие. Нет, я думаю, они не бесконечные. Ну, стреляй, погнаешь. Козлы, а? Задолбали. А, вот смотри, гроб уже там что-то этот подтекает. Подтекает? Ну, гроб, у тебя что, дни, что ли, критические? Подтекает, а не дискает. Давай, ты, как, у тебя даже штаны как полосочку, паскуда. Ну, псих же. Все психи носят штаны в полосочку. И да, смертники. Уже, кстати, смотри, какая-то лесенка вся такая кровавленная становится. Почему-то именно где мы стоим, она там такая становится. Ну сдохни ты, ёб твою налево! Или прямо! Разлетись, крыса! Ну хватит течь-то, ёб твою налево! Ой, не добежал. Ну давай, крысиная морда. Ой, сколько злых духов у нее из головы выходит. Жесть, да? Она вообще больна на всю голову. Поэтому мы у нее. Ну все, все, жесть. Может быть это и есть, но это не босс, наверное. Прут и прут. Ну все, все. Вот, уже смотри, еще больше он стал течь. Если тек с двух сторон, то теперь уже с шести сторон текет. Ох, долбаный гроб. Ой, попал труп. Чего ты там, попал? О, двое последних, все. Кажется, мы с ними разобрались. Все, как я не люблю вот эту фигню. Зеленая стрелочка. Чего? Вот сюда. Сколько минуток у нас? Здесь мы закончим. Подписка на канал, ставьте лайк, пока так, как комментируйте, ставьте колокольчик, всем удачи, пока, сам жизни. Пока.